Остановись. Я понял, понял, понял. Принял. Значит так. Не хочет. Сегодня никак. Кэш, не подходи, даже не думай. А, да. Доброе утро. Не заметилось. Не понял, это что, это мой конь? Так. Нет, это не ты. А я уж подумал. Ну тогда иди гуляй по своим делам. Чё встал посередине дороги? Доброе утро, мисс Анджела. Бонжур. Что это? Что это? Это яблоко? Что это? Это мусор? Или человек? Как ты какой-то человек? А ну-ка убрать. А кто это? Нет, не незнакомец. Я пытаюсь подловить этот призрак. У меня такое ощущение, что здесь словно бы кто-то ходит, но... Я не совсем могу разглядеть. Надо бы у кого-то еще спросить. То меня мои глаза, кажется, подводят. А, я понял. Да, уши меня не подводят. А вот глаза очень даже. Доброе утро, мистер Синклер. Ой. Блин, почему я не вижу?
еще полечиться. Надо бы выпить. А выпить негде. Что-то случилось? Нон. А вы так суматошно бегаете? Ага. Сегодня Роджера. Я понял. Он же, наверное, вчера уволился. Уехать-то я не видел, а уволиться он договорил. Это очень досадно. Очень скверно. Наверное, надо перезагрузиться, а то что-то схавалось в FPS. Они его вроде вернули. Хотя бы 40, пусть так. То бывало и хуже. Blackwater хочет, умеет, может. Глазки и поза. Доброе утро, мистер Райт. Нет, абсолютно нет. Вот, чуть голову не расшиб. Шляпу не обронил. А сегодня будет та самая газета? Это будет завтра. Конечно. Столько статей будет, и рисунок ваш тоже. Я понял. Не сильно ли это припозднево будет, да? В каком плане? Да он уже... Роджера нету, он уехал. Мистер Повлон собирается. Что, память-то о нем будет всегда? Ну да, я понимаю, да. Я наберу очки. Ждите газету завтра.
Ну, в смысле? А что же я еще тогда набрал? Добрый день, сэр. Да, без алкоголя не очень. Подсластиться мы можем апельсинкой. Кофе знаем, где раздобыть. Даже кто-нибудь мог бы приготовить. А вот... С алкоголем большие проблемы, как и с настроением. Правда, джентльмен? А кто ж так неаккуратно их ставит? Не в попад, не в попад. Что, как всегда все? Примиряемся, деть-то и в принципе некуда, да? Траншеи недовыкопаны. Вечно заливает. Понимаю. Весь в раздумьях. Как всегда, потом верну кружечку. Как-никак работаем тут. Много осадка набрал. Поперхнулся. Блин. А, ладно. Будем терпеть это. Как можем. Пока можем. Да блин. Нет, это ненормально. Да, попытаюсь один финт ушами сделать, но не знаю. У кого нет никаких идей, где можно взять алкоголь?
на день рождения по. Но салон закрыт. А аптека открыта? Так стекла же выбили, можете войти в салон. Мистер Райт, это будет незаконное проникновение. И зачем мне так выходить рядом с полицейским? Нет, а если он деньги оставит? Все равно. Ну, кто незаконный? В плане аптеки? А зачем вам аптека? Медицинский спирт я для нужд внутренних не продаю. Нет, нет. Ну, $30 стоит. Откуда у вас такие деньги? Деньги не то. Все это не то. Все это не по. Вот, вот. Да вижу я, мистер По. У меня проблемы с обозрением, мистер. Синклер, может, потому может, что я хватит думаю пить. Зайти проверить глазки. Да как это кофе. Я бы хотел выпить чего покрепче. Вы попробуйте не пить сегодня целый день. У меня будет отвратительное настроение. Вы точно это вы хотите? Это будет ничуть не лучше, чем пятница. Вот понимаете, как мне все говорят не пить. Нет. Мне все говорят пить, да. А вам вот не пить. Пожалуй, я просто зайду хотя бы в аптеку проветрюсь. Да, а мне посмотрю, там где пить. Я перезайду здесь. Потому что срак. А, ну а тут-то и неплохо, в принципе, видно. Может. А, ну, все работало. И теперь не работает. Кек. Да, точно. О, видно. Прям, знаете, после аптеки даже просто вот зайдя и постояв там, сразу стало полегче. Оно бьет по голове, по-моему, удочкой. Ну, он, надеюсь, не поймает. Вы думаете, он... Ну ладно. Ну что, он пол ловит. Как подарок на день рождения. Желтого окунька, да. Собака, смотри, куда идешь. Кто? Где собака? Мужик-собака. Фу. Вы так поосторожнее со собой. Хотя, нет, собаки. нет. Кажется, там действительно собака. Где? Вы собак боитесь? Где эта тварина? Вообще-то собачки милые. Чего вы их так называете? Видимо, вас просто не кусала. Ни одна из них. Пока кусала. Еще. Ах, так? И все равно вы при таком мнении. Очень странно. Это смотря какая собачка. Где-то читалось, тебя укусит вампир, ты станешь вампиром. Получается, вы имели собака. Что? Собака. Он человек? Вас же укусила собака, значит. Так получается, я волк, раз меня кусал волк. Я тоже кусал. Не, ну меня, конечно, называли а если... департамента, но... Ладно. Псины департамента? Это кто вас так называет? Душка. О, да, конечно, кто бы сомневался. Люди, которые душки, так и любят называть других. Ну, я думаю, он просто пошутил, поэтому... Само собой. Мне нужно выпить. Нет, не нужно.
что мне очень нужно выпить. Твою ману кровь, это зачем? Опять подметает, а ёбка. Ага, да, да. И как вы? Господи, да блять! Больной конь. Я с самого утра его наблюдаю. Его глупые повадки. Пойдём-ка в аптеку. Давай, я чедово, пристой уже. Устал я уже. Идём. Не могу. Блин, я забыл, что будет, если он алкоголя не будет пить. В принципе, я понимаю, что он будет невесёлый. Так, ноги, ноги, ушел в сторону. Капитан, я его успокоил, вот можете так. Его, вы умеете на лошади ездить? Я без проблем умею, но мне сказали этого не делать. Мисс Анджела. Алисон, Элисон. Заберитесь в него, приближите его к навязи, пожалуйста. Лучше не я. Вот мистер Синклер сказал тоже так не делать. Сам разберется, сказал. Собственно, я... ничего не буду делать. Особенно за бесплатно. Без алкоголя. Верно, мужик? Мистер Райт пропал. И там кто-то идет. И там кто-то идет. Там тоже кто-то идет. Понятно. Где же миссис Линч? Ничего себе, $5. Добрый день. А у вас... да, понимаю. Даже спрашивать не буду.
Коровка вы это. Здравствуй, пушочек. Ты не знаешь, у кого здесь можно выпивку найти? Досадно. Офицер, тут какой-то конь делает всякую непотребную хренотень. Вы не хотели бы его убрать куда-нибудь? Я вас понял. Это законник. Я-то думал, это персонаж. Нихера себе. Че он так несется? Блин, все еще неприятно. Неприятно. Глядеть на Blackwater, глазки Бобо. Действительно. Очень странная леди. Сумасшедший, сам с собой разговариваешь. Да, никогошеньки нету. Хоть настройку отправляйся. Ну, за исключением, конечно, этих джентльменов и леди. Очень общительных и деловитых. Ага, а теперь уйди с экрана. Нашел место. Ага, ага. Самое то. Ага, еще и сдохнуть. Уходи. Доброе утро. Доброе. Ну, почти. А у вас не найдется алкоголя? Нет, к сожалению. Или к счастью. А кто-нибудь знаете, может, кого-нибудь, где он есть? Сомнительно. Я таких не знаю.
Но мистер Райт, вроде как, насколько я помню, он сейчас уже не пьет. А других я не пью. Но он же уехал вчера. Салон будет открыт, но попозже. Там сестре вроде как получше стало, но у нее есть незаконченные дела. Поэтому, к сожалению, попозже открыть. Ну, коль уже лучше, это приятно слышать. А да, ваши как дела? Местами могли быть и лучше. А чего так? Ну, это все мистер Райт. А что, он сегодня довольно адекватно себя ведет? Вы его видели? Да, он вроде бы сейчас в аптеке. Ой. Хотя я не уверен. А что? Кажется, у него сшиб вон тот, что возле салона. Да. Ясно. Просто, честно говоря, подустала от его припадков. Думаю, с тетушкой надо поговорить и с Элизабет по поводу мистера Райта. И что они могут вам посоветовать? Ну, надо собраться и решить, что и как с ним делать. Ты с ним, думаю, поговорить. Не собираетесь сдавать в соответствующее учреждение? Где, как я слышал, бьют током. Я надеюсь, до этого не дойдет. Но есть другой вариант, который, возможно, больше его устроит. Как который? Ну, у него есть сын, который живет в Нью-Йорке. Может, его к нему отправить. И вроде как вчера он упоминал, что соскучился по нему и хотел бы к нему поехать. Мне уже тяжело с ним, так сказать, справляться. И тетушке Стокер, думаю, тоже. И не представляю, как сестре было тяжело, когда меня не было. Мне куда-нибудь подвинуться, чтобы вы уселись, или вам удобно так стоять? Нет, мне пока так нормально, не переживайте. Я ж только встала. Раз уж оно так работает. Мне сказали, мистера По Ван Суя сегодня день рождения, и может быть там будет выпивка. А мистер Райт предложил мне совсем не пить, что меня совсем не устраивает. Интересно, странно, что он это предложил вам. Почему? Совсем не пить. Не знаю. Мне кажется, наоборот, он в его характере наоборот предлагать всем пить. Странно, я за ним раньше такого не замечал, чтобы он предлагал всем пить и... Ну, я не видела, но мне так показалось по его характеру. Так как он и сам подвыпивать любил. Но из-за здоровья теперь ему нельзя совсем. А насколько крепче было раньше здоровье? Ну, и мне, по крайней мере, не было таких моментов, что у него сердце прихватывало. А были и такие моменты? Ну, вчера. Когда в нечередной раз его пнул конь. А? И вот после вчерашнего я уже поняла, что мне тяжело. И думаю, тетушка тоже уже не вынесет такого. Но опять же, надо, так сказать, встретиться и поговорить. Может, ему лучше где-то найти сужину? О, здравствуйте, мистер Ван Сэй. Салон еще раз. Пока нет, но сестра должна позже подойти. А, понял. Я слышал, у вас день рождения сегодня. Поздравляю. Спасибо, спасибо большое. Да, мы все поздравляем. И сколько вам стукнуло?
24. О. А всего-то? Ну да. Да. Немного. Делзите, вам ответственность за задание. О, какое? Сестре, передайте организовать застолье. Что? Мне? Зачем? Я же не организовываю. Нет, сестре передайте. Сестре? Ай-яй-яй. Попросить. Как? Да, если хорошо. Если не хватит еще. Хорошо, как она освободится, я ей сразу передам. Спасибо. О, Галлы. Кто? День рождения. Так, я понял, я пойду опять в аптеку, промою глазки. А что не так? Вот это. Беда. С самого утра все шло не по плану. Ты почему так-то? Так. А чё я шепчу? Я не понимаю. Что со мною? За окошком ночи я всё это... Меня вообще никто не услышит. Кроме моего кота. Так, не понял. Ну вот, так-то лучше. Надеюсь, в принципе, все будет получше. Да, поганец. Ладно, я это поправлю не скоро. Так что и хрен с ним. Ничего такого сверх ультра жесткого не удивительно, что на трансляции выглядит это не так уж
плохо, учитывая, что показывает ОБС. Меня это что-то не устраивает. А, ну я вижу, теперь это шакально. Кажется, надо все перезапускать. Вообще все. Интересно, что это такое не было? Не привязано. Я не знаю. Черт возьми, капитан, вышел такой. Что? Ладно, этот абсурд меня доконал, я сделаю. Или не сделаю. Что-то мне нехорошо. Или хорошо уже. А ну-ка. Посмотрим солнышко в лицо. Меня это не устраивает. Все очень плохо. Все-таки пойду в аптеку. Кошмар. Я извиняюсь, но все порвется на записи и трансляции. Но я хочу попробовать исправить этот шакал, который на разрешении.